Духовности, мультикультурализм. В Баку проходит заседание межрелигиозного форума ведущих стран мира. Представители делегаций США, Турции, Ирана, Италии обсуждали роль религии в решении глобальных проблем, таких как поддержание мира и стабильности на планете, совместная борьба с пандемией. Говорили и о влиянии ислама на общественную, культурную жизнь в самом Азербайджане. В формировании образцовой мультикультурной среды совместного проживания в азербайджанском обществе неоспоримая исключительная роль философии ислама по взаимопониманию и сотрудничеству со всеми авраамическими религиями. Идеи мультикультурализма должны быть исходной точкой и в решении важных мировых проблем. Организатором форума выступает Бакинский международный центр мультикультурализма.